В Якутске планируют создать центр антивозрастной медицины. Об этом говорили на российской научно-практической конференции о проблемах возрастных патологий в арктическом регионе. Сегодня в России фундаментальная геронтология разработала ряд мероприятий, которые позволяют сделать генетический паспорт человека. Представители Санкт-Петербургской клиники представили в Якутске новые инновационные технологии. Это оценка биологического возраста и молекулярное генетическое исследование, благодаря чему можно узнать предрасположенности к болезням. И зная вот эту предрасположенность к возникновению наших пациентов как разных рядов заболеваний, оценивая их резервные возможности организма, можно порекомендовать ряд диетических манипуляций, ряд физической активности, лекарственных препаратов или биологически активных веществ, которые бы уже таргетно, то есть прицельно, в зависимости от человеческого организма, позволяло бы как раз сохранить здоровье и снизить риск возникновения заболеваний.